Более 80 человек из ансамблей, квартетов, хоров приняли участие в отчетном концерте «Природа в музыке». Посвятили его году экологии в России. Дамбристы ансамбля «Забава» 17 лет играют классическую музыку. Для отчетного концерта подготовили произведение Василия Андреева «Вальс «Бабочка». Подготовка заняла более полугода. Великий музыкант самоучка, его любимый инструмент – балалайка. Это трудно представить, но Василий Андреев добился, чтобы в армии было введено обучение игре на балалайке. Тысячи и тысячи мужчин возвращались из армии домой, научившись хорошо играть на этом инструменте. Но сегодня его музыку исполняют и на домбре. Игра ансамбль – это всегда сложно. Когда один исполнитель работает на сцене, он всегда отвечает сам за себя. А здесь нужно слушать и себя, и соседа, и концертмейстера, который очень большую роль играет в произведении. То есть очень много задач у девчонок, поэтому я считаю, что они справились сегодня. Они молодцы. В этот вечер было более 20 концертных номеров. Исполняли музыку Вивальди, Чайковского, Бетховена. Звучал кларнет, виолончель, флейта, скрипка. На равных исполняли классическую музыку как начинающие, так и профессиональные музыканты. Солисты и коллектив детского хора, студенты колледжа искусств, артисты муниципального камерного ансамбля имени Алхимова. С нового года коллективы начнут разучивать новые произведения.